Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Братья и сестры, всех приветствую, благословляю. Сегодня здесь было собрание. Вот после собрания здесь все превращается в такую столовую. Будем сейчас трапезничать и делать тоже общий снимок такой. Вот, пусть Бог благословит вас всех. Привет всем из Воронежской области. И молюсь о Воронежской области, Липецкой в эти дни. И вас всех тоже к этому призываю. Молитесь, пожалуйста, друзья. Вот о духовном здесь пробуждении и о том, чтобы Бог усмотрел, если Богу будет угодно и будем живы-здоровы, то планирую здесь провести тоже и семинары по истории христианства в этом регионе. И, конечно же, пусть молюсь о том, чтобы действительно Божья воля осуществлялась, и люди переживают чудеса, исцеления, освобождения. Вот, от всякого рода зависимости и в центрах реабилитации, в церквях, в собраниях. Много друзей, вот, и старых друзей, и новых друзей. Вот, и все это, конечно же, много во славу Божью. Вот, слава Богу. Благодарю Бога за эту честь вот, нести Слово Божье здесь. Благословляю всех вас, дорогие друзья. Вот, и уже в феврале месяце, даст Бог, буду проводить семинары по истории христианства. И такие насыщенные семинары. Будем делать записи уже полного семинара по истории христианской церкви. Анонсы я уже делал уже не раз уже. И вот прошу вас тоже поддержать это и молитвами, и финансами всячески. Потому что планирую издать тоже сборник статей по истории христианства. Сборник статей, которые я уже публиковал, однажды издавал, это в 2003-2004 годах. Но этот сборник, он вышел тогда небольшим тиражом совершенно и очень быстро разошелся. Даже у меня у самого-то не осталось экземпляров этих последних. Последний я раздарил просто экземпляры вот, друзьям. А нужно издать будет как раз сборник статей и, наверное, еще рабочую тетрадь для такого индивидуального изучения темы этой и для работы в группах уже. В малых группах, домашних группах, допустим, или в школах некоторых библейских для работы. Вот так вот. Но сборник статей нужно обязательно, потому что действительно публиковать в интернете это одно, это хорошо, конечно, это ну, много читает людей, но также нужен и бумажный вариант такой, традиционный такой журнальный вариант. Потому что все-таки большая часть как раз и православных христиан, людей и религиозных, набожных, вот, больше все-таки читает именно, вот, именно бумажный вариант, все-таки не в интернете. Поэтому нужно издание такое. И крупным более шрифтом, потому что многие люди пожилые, бабушки, допустим, многие просили как раз именно издать уже новое издание уже именно вот таким образом, чтобы это было значит, крупным шрифтом, и получается издание будет потолще. Ну ладно, сейчас я завтрак уже, братья приходят, и будем сейчас вот тоже сделать фото. Да. Мир всем, благословений Господне.